Стремитесь оставаться в тренде последних технологий? В мире искусства произошло открытие благодаря искусственному интеллекту. AI был использован для анализа картины Мадонна Делла Роза Рафаэля. Результаты вы можете прочитать в описании. Этот прорыв меняет наше понимание искусства эпохи Возрождения, показывая, что даже величайшие произведения могли быть результатом коллективной работы. Это исследование демонстрирует мощь AI в раскрытии новых знаний. И также, как искусственный интеллект помогает исследовать прошлое, он может помочь и вам сегодня. Цифровой клон уже ведет мои социальные сети, экономя время и ресурсы. Хотите узнать как? Заходите ко мне в блог и смотрите актуальный «Создай свой клон».